Сегодня мы находимся в Байкленде на Можайском шоссе. И сегодня мы поговорим об экипировке для детей, занимающихся мотокроссом. Первым мы представим джерси. Вот такая у нас имеется джерси яркого цвета, из приятного материала, дышащая, отлично подходит как раз для занятий мотокроссом. Так, следующее у нас идут штаны, которые имеют вот такую регулировку по длине. Также фиксируются сбоку на липучках. Имеют гармошку, то есть когда ребенок ездит на мотоцикле, то есть колени ничего там не сдавливает. Система вентилирования, кожаные вставки. Также они имеют яркий дизайн, в принципе, что идеально подходит для детей. Так, сейчас мы расскажем об одном и самом важном элементе защиты. Это мотоботы, которые защищают ноги детей при падении. Вот такой ботинок, это Alpine Star C4 модель, имеет противоскользящую подошву, защиту голени, фиксирующие застежки, фиксирующую липучку. Также они имеют антибактериальную вставку и полностью сертифицированы и защищают полностью ногу ребенка от ударов. Также мы рассмотрим очень важный элемент защиты – это черепаха. Черепаха очень легкая по весу, идеально подходит для кроссового спорта, имеет защиту плечей, локтей, грудной клетки. Элементы защиты выполнены из полимерной смеси, которые обеспечивают наиболее максимальную защиту при ударе, при столкновении, при любом падении. Также в защите есть специальное отделение, которое позволяет интегрировать черепаху в защиту шеи. Еще у нас есть защита шеи для самых-самых маленьких спортсменов. Она одевается на шею, позволяет защитить шею от переломов ударов в случае падения. Ее можно закрепить к экипировке. Вот здесь у нас есть специальные этикетки. Для более взрослых детей у нас также имеется более серьезная защита, которая, как раз как мы ранее говорили, интегрируется в черепаху. Так, теперь самая главная защита вашего ребенка – это шлем LS2 Fast Mini, который имеет очень яркий дизайн, изготовлен из прочного полимерного сплава, имеет подбородочную вентиляцию, заднюю вентиляцию, также функция экстренного съема, очень прочную застежку 2D, съемные подушечки, которые стираются, шлем хорошо вентилируется, дышащий, открытый обзор. Идеальный шлем для вашего ребенка. Еще один очень важный элемент экипировки – это маска ProGrip модель 3101, которая имеет вот такой вот ремешок для регулировки. Силиконовое покрытие, позволяющее не скользить по шлему, крепление для отрывной пленки, вентилируется, что позволяет запотевать стекло. Легкий по весу, имеет яркий дизайн, идеально подходит для ребенка, при этом имеет также бюджетную стоимость. Завершающий элемент экипировки – это мотоперчатки Alpine Star, имеющие такое покрытие, не позволяющее скользить руке на грипсе мотоцикла. Имеют вентиляцию на пальчиках, яркий дизайн, легкий вес, отличный для вашего ребенка. Также помимо экипировки для самых маленьких, у нас имеется экипировка для детей подросткового возраста, например, такие наколенники ВС, либо налокотники. За полным ассортиментом экипировки для подростков обращайтесь в салон Байкленд. Всем пока, с вами была Ольга.